Так, спасибо публике, родной, что пришли нас послушать. А это вот разговор у меня с анонимусом об истории Беларуси. И мы уже дошли до такой самой, наверное, вот, ну, в представлениях людей моего поколения драматической, трагической, значит, истории, трагическому этапу Беларуси. Это, значит, хотите назовите Вторая мировая война, хотите назовите Великая Отечественная. Вот, все это вот, так сказать, трагедия белорусского подполья, которая была сразу уничтожена, как только туда пришли, значит, оккупанты. И потом трагедия, в общем-то говоря, народа Беларуси, трагедия белорусского еврейства и всего чего угодно. Ну, я слушаю вас. Да, ну, вначале я хотел бы сразу немножко поправить, что трагедии белорусского подполья это скорее не было. Это было мощнейшим катализатором для развития белорусского подполья. Потому что белорусское подполье существовало во время всего протяжения войны, с момента захвата Белоруссии в период июнь-июль 1941 года и до ее освобождения, которое началось в ноябре 43-го и закончилось в июле 44-го. Ну, я тогда вот поясню, что я имел в виду. Дело в том, что в самое, ну, Беларусь ведь, так сказать, первая попала под удар. На какой день был взят Минск? Это недели не прошло. Минск был взят 28 июня. 22-го началась война. На шестой день взяли Минск. Да. На шестой день взяли Минск. Вот. И вот это вот нам, естественно, когда-то до войны планировалось создавать, значит, базы подпольные, базы. А потом подумали, а ведь эти базы подпольные могут ведь и против советской власти быть использованы. И, значит, отыграло назад немножко московское руководство, это раз. А второе, в силу того, что это в значительной степени, потом-то вот все подполье, которое существовало, это был в какой-то степени результат позднейшей импровизации или позднейших забросов через линию фронта. А вот, так сказать, первые подпольные организации, их часто очень легко расшифровывали, потому что их снабжали одинаковыми шифровальными таблицами. Но мало того, что просто у другой группы могут изъять эту шифровальную таблицу, они еще и могли их расшифровывать просто, так сказать, сравнением текстов, да, сравнением вот этих самых вещей. Ну вот, ну вот это вот очень сильно, сильно очень проредили, то есть с самого начала. Нельзя сказать, что всех уничтожили, но очень сильно проредили. Это вот такой вот факт из истории войны, очень печальный и трагический. Вот что я имел в виду. Понятно. Просто для меня подполье, оно ассоциируется прежде всего с партизанским движением. Ну, партизанское движение, да, вот оно там существовало. Да. Ну, для начала несколько цифр. То есть, да, война с первого дня ударила по Беларуси. Уже в первый день серьезным бомбардировкам подвергся Минск. За два дня до взятия Минска случился недалеко от города Молодечно, это на 100 километров к западу от Минска, по дороге между Молодечно и Радашковичи шла немецкая колонна и состоялся знаменитый огненный таран Гастелло. Это тоже связано с Белоруссией, это произошло на территории республики нынешней Беларусь. Николай Францевич Гастелло, этнический немец. Да. Вот против своих же соотечественников он осуществил очень действенную... Ну, диверсией это не назвать, потому что диверсия это нечто совсем другое, но как боевое действие... Атака отчаяния, да, скажем так. Атака отчаяния, она весьма и весьма успешной была. Также на территории Белоруссии был пленен сын Сталина. Это тоже произошло на территории БССР. Но сдавали города стремительно. Вот несколько цифр. Соответственно, мы все знаем про оборону Брестской крепости. Оборона Брестской крепости длилась приблизительно месяц. И это был такой отчаянный акт. Нужно сказать, что Брестская крепость – это огромное фортификационное сооружение, которое поражает воображение даже сейчас. Если вы туда попадете в качестве туриста, то вы там проведете минимум полдня, потому что там просто большие расстояния ходить между всеми этими бастионами. И, конечно,
полезно там походить с хорошим экскурсоводом, с хорошим гидом, с кем-то, кто может это все показать, потому что там есть что посмотреть. То есть Брестская крепость, она была построена еще во времена Российской империи. Ради этого Бресту пришлось пожертвовать своим старым городом, своим замком. Но это было очень серьезное фортификационное сооружение. И к моменту начала войны там были сосредоточены представители войск со всего Советского Союза. Поэтому есть такое разделение. Есть Брест-крепость и Брест-город. Брест как город, он был сдан очень быстро. Были некоторые оборонительные действия в районе вокзала, в районе почтамта, но это буквально день-два. Потому что его особо никто не оборонял по той простой причине, что население, оно толком не успело даже привыкнуть еще к советской власти. Нельзя забывать, что прошло едва два года с момента знаменитого парада совместного советской армии и войск Третьего Рейха. Ну, теперь говорят, что это был только парад войск Третьего Рейха, который принимали совместно, значит, новый комендант Бреста советский и давал этот парад, значит, комендант, сдающий ключи, так сказать, немецкий. Вроде как наши там не участвовали в этом прохождении. Вроде бы так. Такой какой-то. Вот совместность, только что он присутствовал на параде. Теперь поправляют немножко. Хотя, конечно, есть много таких душещипательных дружеских фотографий, как, значит, немецкие и советские, значит, военнослужащие. Тут вот осматривают оружие друг друга, так вот общаются, видно. Ну, похожие фотографии были потом в 1945 году, значит, советские и американские военнослужащие. Также знаменитые, да. Да, встреча на Эльбе, а это вот встреча на Буге, да? Да. На Буге-Том, да? Почти как по Пушкину. Ну да, понимаете, Борис Сергеевич, если мы сейчас уйдем в дискуссию, то можно задать каверзный вопрос. Я просто не знаю. Я просто вот так вот теперь... Я лично фотографии или видеохроники такой, где вот совместно идут советские и немецкие войска, вот по Бресту, я не видел. И вообще подготовка парада – это достаточно непростое дело. И, скорее всего, вот так вот импровизации-то он не мог быть. Естественно. Да, то есть это вот надо было готовиться, а готовиться нашим было некогда, наши только прибыли, да, я так вот как любитель шагистики вам так вот это вот говорю. Для меня это, так сказать, шагистика – это одно из видов искусства, ну, кому-то нравится, кому-то нет, это дело вкуса, да. Ну, понятно. Да. Ну, такой есть момент касательно, да, Бреста, что Брест был, население не было особенно лояльно советской власти, потому что за те пару лет, прошедшие с момента присоединения Западной Беларуси к СССР, местное население, некоторые, многие его представители, успели разочароваться в советской власти, хотя, как мы говорили в прошлом ролике, она была достаточно лояльна к новоприсоединенным территориям. Но, тем не менее, естественно, были и отъемы с частной собственности, была и коллективизация, чего Западная Белоруссия отродясь не знала. И не все это было расценено положительно. Поэтому Брест был сдан весьма и весьма быстро. И, говорю, буквально за неделю был сдан Минск. Уже 9 июля советские войска оставили Витебск. Не прошел даже еще и месяц, прошло каких-то две недели. С 17 по 26 июля были серьезные бои за Могилев. Но, тем не менее, 26 июля советские войска покинули Могилев. А уже 28 июля, чуть едва месяц прошел, был оставлен Смоленск. Это вот к вопросу о том, с какой скоростью продвигались немецкие войска, по-моему, дивизия Гудерион была, да, продвигались вглубь Советского Союза. Естественно, этот молот, он, как сказать, свежевыкованный, он все смял просто вот
течении, то есть эта скорость для продвижения, она и сейчас кажется фантастической, если мы рассматриваем современные какие-то боевые действия. То есть скорость была во много раз больше, чем скорость их продвижения, скажем, по Франции? Конечно. И... То есть советская армия в этом смысле защищалась менее удачно, скажем так, чем французская? Там были сплошные котлы. Там были ужасные потери, в том числе и среди высшего командного состава, высшего офицерского состава. Но это такие достаточно известные факты. Я хотел бы еще сразу сделать акцент на некоторые моменты. Все-таки вот выступая у вас в качестве гостя, хотелось бы дать какой-то эксклюзив. Что-то, на что не обращают внимания другие люди, которые выступают с роликами на стримах и так далее. Я хотел бы обратить внимание на белорусский коллаборационизм, потому что мы знаем про Власова, мы знаем про Украину, про Бандеру и Шушкевича, Шушкевич это белорусский, да. И он вроде не коллаборационист. Да, это... Это, да, не все поймут, да, эту шутку. Шушкевич – это учитель этого самого... Ли Харви Освальда, да. Да. И по совместительству, да, председатель Верховного Совета Белорусской ССР и, соответственно, Республики Беларусь уже после... В более позднее время. Но вообще надо сказать, что Шушкевич – это очень распространенная фамилия в Беларуси. В Беларуси вообще фамилии часто происходят из сел, как, например, вот знаменитый Громыко, советский дипломат и очень серьезная такая личность. Он был родом из Беларуси, он был из села Старые Громыки, и там все ходили с фамилией Громыко. То есть для нас это что-то необычное, а там очень много фамилий возникает от хутора, от села, из которого происходит, собственно, человек. Ну, надо сказать, что и в России тоже так случалось. У нас фамилии были, мы иногда по названиям деревень, когда отменяли крепостное право, иногда по фамилии барина. Так вот Гагарины появились, да? Он же не потомок князя Гагарина, он наверняка потомок крепостных князя Гагарина был, Юрий Алексеевич Гагарин. Ну, все там вот так. А то иногда просто по имени отца или деда. Михайловы, Никитины. И, соответственно, надо сказать, что немцы готовились с разных точек зрения к оккупации Белоруссии. То есть они, вот вы в одном из прошлых роликов в нашей беседе упомянули о такой вайс-рутинизации, которая, безусловно, связана... которая связана с гауляйтером Кобе. И это была определенная политика, которая разрабатывалась заранее. То есть вот эти планы по нападению СССР, они, естественно, появились не накануне 22 июня. И в частности, когда предполагалось, все эти действия планировались, то сразу ставился вопрос, что будут делать с белорусским населением. И ставился вопрос пропаганды, средств массовой информации, агитации определенной, в том числе и среди молодежи. И в этом плане было несколько деятелей, которые называли себя как БНР за рубежом. Мы должны немножко... вернуться опять, как говорится, такой флешбэк, вернуться назад в 20-е годы и во времена, когда образовалась Белорусская Народная Республика, которая потом фактически передала все свои полномочия основные БССР. То есть вплоть до того, что те части, которые остались после Советско-Польской войны, остались на территории Польши, те деятели, состоялся съезд все белорусские в Берлине в 1925 году, это во времена
Веймарской республики было. И, соответственно, на этом съезде было принято решение передать все, то есть считать Белорусскую ССР правопреемником Белорусской Народной Республики и передать, в общем, как символически все основные полномочия, там, заветы и все остальное. Вплоть до того, что пять основных министров БНР после этого акта, они были приглашены в СССР, они вернулись на территорию Белорусской ССР в составе Советского Союза, заняли там высокие посты и вполне занимались своей деятельностью, в том числе и националистической, до сталинских репрессий. Беларусь репрессии отчасти стали касаться уже во второй половине 30-х годов, еще до 37-го года, как раз когда начали наблюдать вот эти вот перегибы с белорусизацией, со слишком активной пропагандой использования белорусского языка во всех сферах. И тогда немножко приезжали, но и в частности я упоминал имя Бронислава Тарашкевича, который лингвиста и общественного политического деятеля, который известен тем, что разработал и издал в 18 году в Вильне, или Вильнюсе, как сейчас называется город, первую белорусскую грамматику. Он тоже вернулся в свое время в СССР, и причем он был не в Белоруссии, а он был в Москве и занимался белорусской культурой, занимался, участвовал в развитии Белорусской ССР, но потом был репрессирован, как водится, за пособничество, за некое труднодоказуемое, скажем так, обвинение в шпионаже, в работе на иностранную разведку, и расстрелян в 1938 году. Ну, это да, обычное было. А потом, наверняка, в 50-х годах реабилитировал. Да, по-моему, в 56-м, если я не ошибаюсь. И, обычное обвинение и обычная реабилитация. В общем, судьба его очень весьма обычная. Но его не в 37-м, а в 38-м. Ну, да-да-да, как раз. Да. Но помимо этого были люди, которые до конца, которые не стали разделять идеалы советской власти, которые занимались развитием белорусской культуры и вообще белорусским движением в диаспоре, за рубежом, главным образом в Польше, а потом и в Германии. И одним из таких людей, и достаточно серьезных, оказавших большую роль во время уже войны, во время нападения Гитлера на СССР и оккупации Белорусской ССР, был такой Фабиан Иванович Акинчиц. Фамилия звучит скорее как литовская. Он был из деревни Акинчицы, из села Акинчицы. Это под таким городком Столбцы Гродненского района, Гродненской области. Это из-за деревни. Да. И он придерживался, он разделял национал-социалистические взгляды. Он создал Белорусскую национал-социалистическую партию, за что подвергался репрессиям в Польше в 30-е годы, в 33-34 году. А в 38-м году, за год до пакта Молотова-Риббентропа, он получил политическое убежище в гитлеровской Германии. Белорус, который, в общем-то, которого притесняли в Польше настолько, что он попросил убежище в Германии и его получил. И, естественно, он сотрудничал и участвовал в подготовке будущего оккупационного, в общем, проекта. И когда Германия напала на СССР,
вместе с некоторыми другими вот такими вот отъявленными, несогласными с советской властью, некоторыми, он был направлен на территорию Белорусской ССР. И он там действовал, занимался пропагандой, участвовал в публикации газет пропагандистских при оккупационной власти. И вот пока его партизаны в 43-м году не убили, как и Кубы они убили, Вильгельма Кубы, который эту вайсротинизацию вел, и гауляйтер Беларуси при немцах, то он вполне себе действовал. А вместе с ним были другие личности, например, такие как Иванович, Кушель. Это те, кто в свое время откололся от БНР и не стал признавать ни при каких условиях, в общем, Белорусскую ССР в составе Союза Советских Социалистических Республик. Вплоть до того, что некоторые из них, например, Иванович был бургомистром Минска. То есть нужно сказать, что было целое подполье, так сказать, тоже в Польше, в Германии, из белорусов, из этнических белорусов, которые не были согласны советской властью, которые изначально поддерживали гитлеровскую Германию, и после нападения они прекрасно вернулись на территорию Белоруссии и неплохо себя чувствовали. И далеко не все были, уничтожены, не все были переданы Советскому Союзу. Они не подлежали Нюрнбергскому процессу, потому что не во всех случаях можно было доказать коллаборационизм. И многие потом нашли пристанище кто-то в Чехословакии, кто-то в Соединенных Штатах Америки. Некоторые потом оказались среди сотрудников Радио Свободы. То есть это такой момент достаточно скользкий, который не любят упоминать. Но, например, есть разные националистические партии, движения, такие как, например, там Белорусский народный фронт, которые не гнушались общением с теми, кто, в общем, пережил это все, избежал всех судов, там, советских, европейских, и практически в открытую сотрудничали с немцами во времена Великой Отечественной войны, до которых никто не добрался. Ну вот точно так же, как, по-моему, депутат Роман Шухевич, и он является внуком того Шухевича, который действовал в Украине во время войны. И, в общем, он уважаемый человек, и все. И, то есть такой момент есть, на нем не очень любят акцентировать внимание. Оппозиция белорусская, которая придерживается национально-освободительных и, скажем так, пробелорусских, немножко националистических взглядов, она очень не любит, когда тыкают носом в определенные контакты, в определенные моменты истории. Но этот факт есть, и о нем не надо умалчивать, если мы хотим остаться до конца объективными. А когда же успела эта белорусская оппозиция это проконтактировать вот с этими коллаборационистами-то? Ну, она могла, она появилась раньше 92-го года, соответственно, этим оппозиционерам-то уже было далеко за 60 или за 70. Это были какие-то разовые контакты. То есть этим людям, естественно, уже было много лет, многим за 90. И все мы сейчас говорим о начале 90-х годов. Но и просто тоже определенные есть версии, скажем так, взглядов на историю. И есть моменты, которые пытаются переиграть. То есть есть люди, которые в открытую сотрудничали с оккупационным режимом, но пытаются доказать, что, дескать, они боролись там за свою. Они были не за тех, не за этих, они боролись за свою какую-то красивую национальную идею, хотели построить там цветущую Беларусь, там,
Но современная добелорусская позиция как относится к оккупации? Естественно, негативно? Позиция очень разная. Проблема белорусской оппозиции примерно такой же, как и российской, что ее довольно много, и они не могут между собой объединиться, договориться. Ну, это понятно, власть делить тяжело, если много, много желающих. А да, так вообще вот к этому периоду истории, к этому факту, как им у них отношения? Все относятся по-разному. Приличные. Если положительно относятся, если положительно. Ну, например, в Беларуси есть и националистические движения, которые, например, активно участвовали в разных действиях на Украине, известных нам. Когда вплоть до того, что там некоторые белорусы погибли в определенных действиях, там устраивали торжественные похороны в Минске, а потом после этих похорон и шествий вслед за участниками ходили люди в штатском и проверяли, где они живут, где они, в общем, прописаны, ну, в общем, выполняли все инструкции, как, в общем, людям в штатском и полагается. В Республике Беларусь КГБ, оно и сейчас КГБ, его никто не переименовал. В отличие от Украины или России. И руководит им старший сын Александра Григорьевича. Да. Поэтому тут такой момент. В каком же он звании старший сын? Генерал армии, наверное. Надо посмотреть, проверить, оно может быть и достаточно скромным, потому что там вообще в Беларуси она скромность, как говорится, приветствуется, и скромность везде всегда пойдет. Ну, скромность и скромность, но если он руководит комитетом госбезопасности, в котором явно есть генералы, то ему как-то не с руки быть полковником-то, в принципе говоря. Если уж только это какая-то, так сказать, гражданская должность у них, знаете, так бывают такие выверты. Он гражданский начальник, министр, а просто представитель комитета гражданского. Ну, что про него пишет, как говорят у нас тетя Вика, да? Виктор Александрович Лукашенко. Сын, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси. И все. Ну, наверное, может, у него звание какое-то и есть. Ну, скромно, в общем. Там фамилия больше играет роль, чем... Да. Старший сын Лукашенко — это гораздо более высокое звание в Беларуси, чем многие другие звания. Да, это про это речь идет, да. Там в этом плане совершенно на титель, на погоню не обращает внимания. Там много-много чинов ходит в гражданки. А потом выясняется, что это полковники и генералы. То есть это довольно такой момент есть. Да, но мы немножко отвлеклись. Да, так вот вы обещали нам изюминку по коллаборационистов белорусских. Ну, собственно, я и говорю, это про... Ну, во-первых, надо сказать, что был немецкий проект белорусизации. То есть вот белорусизация — это такая тема, что ее придумали не во времена Шушкевича, ее придумали, ей занимались немножко все. Ей занимались и на ранних этапах Белорусской ССР. И это была одна из политик — дать белорусскому народу понять, что это, в общем, другой народ. Возможно, даже в чем-то как-то более достойный, чем русские. И, в общем, надо их вывести из заблуждения. С русскими им однозначно не по пути. То есть это абсолютно не новая тема. Она может быть похожа на разные политики и на разные взгляды, которые в том числе и некоторые политические деятели сегодня или деятели, претендующие на политическую какую-то активность, придерживаются. Но, тем не менее, это была официальная политика оккупационного немецкого правительства. И вот если говорить об изюминке, то что была определенная подготовка. То есть изначально, то есть после того, как был захвачен Минск и все остальные города, там сразу стали появляться
органы печати, пропаганды. Там появились на постах белорусы, которые пришли, так скажем, из БНР, из-за границы, и была организована такая, ну, скажем так, общественная организация, политической партии, это быть в принципе не могло при оккупационном режиме, которая называлась Белорусская Центральная Рада, в которую вошли как раз все те, кто был настроен против Советов, кто пытался сделать подполье в Польше. И еще за годы до договоренностей с СССР и Германией Третьего Рейха о разделе Европы, уже тогда занимались определенной пропагандой, вплоть до того, что, по-моему, в 1934 году Фабиан и сотоварищи обратились с меморандумом не к кому-нибудь, а к самому Гитлеру. Там были определенные предложения. То есть, понимаете, ну, если человек, то есть это очень серьезное политическое решение. Вообще, вот если человек получает политическое убежище, что тогда, что сейчас? Вот это вот бывают шутки, когда люди говорят: а вот я поеду там в страну, попрошу политическое убежище. То есть, это такая штука, которая просто так в принципе не дается. То есть там страна взвешивает абсолютно все за и против такого-то решения. Если это решение принято, то там просвечено и взвешено все до конца. И, естественно, если этому человеку дали политическое убежище, то на него было решено сделать ставку как на умелого пропагандиста, как человека, убежденного в своих взглядах, для действия и пропаганды уже на территории оккупированной Беларуси. То есть такой момент есть. И потом, что касается изюминки, я еще к этому вернусь, потому что хочется быть объективным. Да, коснемся немножко партизанского движения, потому что на территории Беларуси это было одно из опор советской армии. Оно было очень и очень серьезным, потому что через Беларусь шли все дороги, связывающие самым коротким путем Германию и, соответственно, Советскую Россию. И после серьезных битв, когда приходилось перебрасывать частично технику на ремонт или подавать технику, перебрасывать на замену, подрывы железной дороги, спуски с насыпи эшелонов, это было очень и очень серьезно. То есть немцы действительно лютовали, они выжигали деревни. Они, например, когда в 43-м году погиб Вильгельм Кубе, было просто расстреляно 300 человек. Вот кто попался, тех и расстреляли. Из там, неважно, местные жители, там партизаны, не партизаны. То есть отношение было такое. И есть тоже несколько имен, из которых самый знаменитый партизан белорусский – это дед Талаш. Василий Исаакович Талаш. На момент начала войны ему было 97 лет и 4 войны за плечами. При этом он прошел всю войну партизаном в тесном сотрудничестве с советской армией. И умер только в августе 46-го года, уже после завершения войны. По нему, по мотивам его судьбы писали повести, в частности, такой известный, один из столпов белорусской литературы, Якуб Колос, писатель. Также был отряд братьев Белькевичей, еврейский отряд, в котором было больше 1200 партизан, большая часть из них была евреи. И они
отличались тоже очень большой, скажем так, эффективностью и определенной жестокостью в решении, скажем так, вопросов с немцами. Это достаточно все было серьезно. А еще... Это вот этот отряд назывался имени этого самого Михаила Ивановича Калинина, этот отряд-то? Знаменитый еврейский партизанский отряд имени Михаила Ивановича Калинина. Был снят британский фильм, там вот это вот, как его называют, Грейк, вот та, который последнее время играл агента 007. Вот. И этот фильм запретили показывать в Беларуси, да? Там он не понравился. Это очень известная, да, нашедшая в истории культуры история. То есть не все евреи были угнаны, уничтожены, некоторые отчаяннейшим образом сопротивлялись, не меньше, чем белорусы или русские, кто там был. Немножко цифр, чтобы представить себе масштабы, какой проблемой для немцев были партизаны. В 1944 году, в году, когда уже советская армия начинала создавать серьезные проблемы немцам, против партизанов боролось 23 шуцманшафт батальона, из которых было 3 литовских, 1 латышский, 6 украинских, 8 белорусских и 5 казачьих. Со стороны немцев. Представляете себе масштаб. Но, тем не менее, несмотря на все шуцманшафт-батальоны, конечно, армия Третьего рейха, она была сильно вымотана войной на два фронта и несла серьезные потери. И уже с ноября 43-го года начинаются первые потери территории. Это был Гомель. В ноябре 1943 года советские войска заняли Гомель. Потом в июне, опять-таки летом, начинается операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. И примерно теми же темпами, как немцы захватывали белорусскую ССР, такими же темпами советская армия выбивает немцев. То есть только за период июнь-июль 44 года были освобождены Минск, и были освобождены Витебск, Минск, потом уже в июле Гродно, и, по-моему, 26 июля это уже был Брест. То есть немцев, это был последний город, который был освобожден. Буквально 15 июля Гродно и Брест. То есть, если мы посмотрим Гродно и Брест, это два города на краях Белоруссии. То есть, с одной стороны, Гродно, он вот в углу таком между Литвой и Польшей, а Брест, соответственно, между Польшей и Украиной. Вот такие вот два угла. И, соответственно, по этой всей линии Беларусь была освобождена к июлю 44-го года. Но продолжались проблемы уже на освобожденных территориях, а именно подпольная борьба. И вот я хотел сказать пару слов о организации «Черный кот». Это пронацистская организация, созданная немцами специально для борьбы на потерянных территориях.
Я батальоне Дальвиц. Как Дальвиц? Дальвиц. Это немецкое название. Они продолжали создавать остатки этих организаций, как вот разные остатки националистических организаций на территории Прибалтики, на территории Украины, также и на территории Белорусской ССР, они продолжали создавать время от времени проблемы советской власти, так сказать, партизанить в пользу разных сторон, но главным образом против советской власти, и создавать разные провокации, диверсии. Все это продолжалось до практически 50-х годов. А ради чего они это делают? В общем-то, их борьба была явно обречена уже. Вот этих. А им было особенно нечего терять. Им было нечего терять в том плане, что они там скрывались в лесах. Они знали, что их ждет в случае сдачи советской власти. То есть это бывшие каратели, да? Да. А так-то ведь те коллаборационисты, которые сдались, они в основном попали, ну, куда-то, так сказать, далеко-далеко в Сибирь, даже не в лагеря, а на поселение. Эти все власовцы и прочие. Ну, там были разные истории, в частности... Их же было очень много. Ну да, российская освободительная армия и так далее. Но, естественно, кого-то повесили на проволоке, кого-то... Казакам больше всего, по-моему, не повезло. Вот тем казакам, которые остатки еще белогвардейского движения, которые осели в Европе, которые поддержали Гитлера, которые лютовали на территории СССР, они попали под Нюрнбергский процесс и были переданы советской власти, вот с ними довольно жестко разделались. А так, не, как я уже говорил, не было возможности доказать причастность всех, и многие скользкие товарищи остались на Западе, кто-то там отсидел за пособничество с нацистами, ну, например, там, в Чехии такая дама, там, да, Лариса Гуревич, отсидела 7 лет. Но потом спокойно дожила до старости, еще консультировала нарождающуюся белорусскую оппозицию некоторых ее национальных представителей в начале 90-х годов. То есть, как я говорю, кто-то стал сотрудником Радио Свободы, кто-то там всплыл в Америке. И не обязательно в Северной, в Южной Америке очень много пособников нацистов. Вон, Эйхмана, специальная операция была, чтобы его оттуда... Да, из Аргентины. Да, то есть не до всех добралось правосудие, причем не обязательно там американское, европейское, даже, в общем, еврейские вот эти вот отряды, которые вылавливали наиболее серьезных коллаборационистов, они тоже не до всех добрались. И многие моменты спорные, и многие подкорректировали биографию, то есть такие моменты есть. То есть, но надо сказать, что, конечно, особенно славна этими моментами Украина и Прибалтика. Но в Белоруссии тоже были свои моменты, ну, как и в России, в общем. Да, и вот, в общем, получилось, что большая часть Белоруссии попала под немцев, пробыв под советской властью, наверное, около 2 лет, да? Меньше 2 лет. Да. И вот мне очень интересно очень. Я вот такой вот знаю историю. Так вот, вы знаете, вот это вот Белоруссия, там огромное количество еврейского населения, да? И еврейское население, оно не подозревающее о том, что, значит, нацисты немецкие, они, значит, ярые антисемиты, такие ярые, что его истребляют. Потому что к этому моменту всякая антинацистская пропаганда у нас прикрыта была после подписания вот этого пакта Риббентроп-Молотова. А те люди, которые еще до этого были в Советском Союзе, они были знакомы, скажем, с фильмами антинацистскими, да, там были такие очень яркие антинацистские фильмы, экранизации
экранизация произведений вот немецких антифашистов, или, вернее, немецкоговорящих антифашистов, возможно, это были евреи, да? Как там про какого-то врача еврейского, там был знаменитый фильм, я не помню, профессор Мамлок, но я могу ошибаться. Вот, и вот, значит, когда уже началось это вторжение немцев, вот те родственники еврейские, которые были из, по эту сторону, так сказать, были, так сказать, границы до 1939 года, они говорили, уезжайте, уезжайте, значит, вас ничего хорошего не ждет. Ну как так, вот это немцы, они говорят на похожем с нами языке идыш, да? За что они нас будут убивать такие? Извините меня. А таки да, пришли и стали убивать. Ну да, они надеялись, что им удастся со всеми договориться, как с советской властью договорились, договаривались как-то с властью на местах во времена Российской империи. Потом еще определенная была жива память тех областей, которые оказались, например, Галичина, которая оказалась во власти Габсбургов, Австро-Венгрии. Там тоже власти сделали ставку на евреев в свое время, как на, и на двигатель экономики, и на определенный проводник властных влияний. Им там много чего доверялось, и они легко, в общем, находили взаимопонимание с немецкими. Ну вот тут, вот, понимаете, невозможно было найти, если задача была решить еврейский вопрос, значит, методом их истребления. Так что вот тут уже бесполезно было на что-либо надеяться, да? К сожалению, фактически, да. То есть подчиняться было бесполезно. Надо бы оставалось только идти в отряд Михаила Ивановича Калинина. Да. Ну и там еще взошла звезда Машерова. Ну, до Машерова надо дойти. Машеров – это известная очень личность. Это человек, с одной стороны, это один из известнейших белорусов. С другой стороны, вся деятельность которого именно осталась осязаемой на территории Республики Беларусь. Многие предприятия, которые появились в его эпоху, они существуют и поныне. Но звезда Машерова взошла в 1965 году. До этого он, естественно, известен. Это был видный деятель, он был в партизанском движении. Он был большим авторитетом для белорусов, но он был не первым лидером белорусской ССР. Соответственно, до него еще был Пономаренко с 45 по 56, который, собственно, первым восстановлением занимался. Надо сказать одну вещь, что Белорусская ССР была очень и очень серьезно разрушена. Ну, естественно, по ней два раза война прокатилась. Да, городов, которые остались более-менее без разрушений, их можно пересчитать по пальцам. И самый крупный из них – это город Гродно. Он относительно не пострадал. И за счет этого это сегодня, наверное, самый интересный город Белоруссии с архитектурной точки зрения, с культурной точки зрения, потому что там много чего сохранилось, старых домов, костелов, два замка и масса-масса всего интересного. Все остальные города, если вы приедете в любой практически областной центр, вот, например, Витебск, Могилев и Гомель очень легко перепутать. Потому что вы выходите из поезда на вокзале, вы видите вокзал в таком сталинском ампире, вы видите там центральную площадь города тоже с такими массивными зданиями, роскошными. Потом планировка улиц, дома. Даже вот цвет, в который они покрашены, это настолько все похоже, что можно подобрать легко фотографии. Конечно, есть города, которые сильно выделяются. Например, Витебск стоит на западной Двине, и там есть узнаваемые вещи, например, там церкви определенные, да, если
определенные ракурсы взять, то человек, знающий, скажет, что это Витебск. Можно подобрать такие виды, что вы, не, если вы там не были, не присматривались к деталям, вы легко перепутаете, потому что это все строилось примерно в одни годы. Проблемы были очень серьезные, намного было больше проблем, чем в воссоздании исторической архитектуры городов. Немалая часть населения Минска первые годы, первые там 10 лет после войны жили в землянках. Это такой известный факт. То есть Минск после войны, он выглядит примерно не намногим лучше Кёльна или Дрездена. Не намногим лучше. Или Сталинграда. Осталось. Там разбомбили все да, в щепку. Там практически ничего не осталось. Камня на камне не осталось. И в какой-то степени это трагедия белорусской столицы и многих белорусских городов. То, что туда пришли архитекторы из других городов Советского Союза. Например, Минск восстанавливали архитекторы из Ленинграда, Киева и Москвы. И многие районы Минска, они у них нет своей вот какой-то изюминки, своей какой-то фишки. Они похожи чем-то на Киев, чем-то на Питер, чем-то на нашу столицу. Уже сейчас, в годы правления Лукашенко, были приложены огромные усилия, чтобы восстановить старый город в Минске. Например, в районе Немиги там есть такой квартал. Опаньки, связь оборвалась. То есть уже после советскую эпоху стали ставить задачу восстановления каких-то исторических зданий, каких-то районов архитектуры, чтобы как-то в том числе и туристов привлечь и дать городу исторический какой-то облик, какую-то историческую ценность. Но это мы говорим о столице. А примерно та же история, она касается всех областных центров, пожалуй, кроме Гродно и большинства райцентров. Там очень много совершенно типовых районов, домов определенной серии или даже определенного стиля архитектуры, потому что серии, они появятся уже позже, там, при Хрущеве. Мы сейчас говорим о позднесталинских временах. Соответственно, после Пономаренко, председателем Совета министров Белорусской ССР, был такой товарищ Мазуров. И уже только после него, в 65-м году, к власти пришел Машеров. Это известная личность. Он обладал огромным авторитетом среди белорусов. Ну, и надо сказать, что вообще в советские времена, если человек прошел войну и не просто там солдатом, офицером, а он был партизаном и выжил, и добился каких-то успехов, то это не просто фронтовик, это вдвойне авторитетно, это очень такой человек всегда пользовался большим очень уважением. И таким человеком был Петр Миронович Машеров. Он родился в 18 году и в 1980 году, в октябре 80 года, он, к сожалению, погиб. Именно при Машерове Советская Белоруссия стала тем, чем она была на момент развала СССР. То есть появляются крупные предприятия, такие как Гродно-Азот, например, в городе Гродно, который сегодня существует и много чего производит, и является одним из серьезнейших предприятий белорусской экономики по сей день. Завершается индустриализация.
многие белорусы, прожившие полжизни в лучшем случае там на селе в каком-то домике, но мечтавшие переехать в город, эту возможность получают. Помимо получают не только жилье в городе, но и работу. Соответственно, на заводе получают лучшее советское образование с необходимостью отработать темное количество лет на государство, там должность инженера в той или иной структуре или еще какую-нибудь. То есть это весьма серьезная знаменательная эпоха, которая происходит рассвет белорусской культуры, белорусской литературы. Нам известны с тех времен уже такие имена, как Василь Быков, Якуб Кулас, Олеся Домович, Владимир Короткевич. Кстати, вот если кто-то интересуется старолитовской тематикой, я рекомендую почитать некоторые повести, рассказы Владимира Короткевича. Очень интересные есть рассказы в таком вот историческом обрамлении, которые рассказывают о такой несказательной художественной форме, о событиях времен Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Мне как-то раз попалась очень интересная аудиозапись. Есть такая очень известная в Республике Беларусь этно-фольк-группа «Старый Ольса». И они озвучили повесть Короткевича «Ладья отчаяния». Она очень интересная и философского плана. Ее интересно даже почитать или там послушать. Ну, послушать она на белорусском языке исполняется. Если вы понимаете, там, например, украинский, то поймете и белорусский. Но если нет, то хотя бы прочитать на русском языке. Она погружает реально в атмосферу тех времен. Ну, и, естественно, Светлана Алексеевич. Тоже. Нобелевский лауреат. Да, Нобелевский лауреат. Увы, ну, не женское лицо, да. Цинковые мальчики, это вот фильм. Да. Про Чернобыль тоже, кстати, вот фильм знаменитый HBO, там... Отчасти для сюжета брались некоторые моменты из произведений Алексеевича. Понятно. Соответственно, Белорусская ССР, она входила в двадцатку наиболее развитых экономик мира. Но нужно сказать, что Советский Союз был союзом. Он был, с одной стороны, таким вот метагосударством, а с другой стороны, некоторые республики вполне себе сами представляли свои интересы в ООН. Известно. В том числе и Беларуси. Да. В том числе и Беларуси. Да. И если ее вот рассматривать отдельно, она была весьма и весьма развита экономически и входила в двадцатку наиболее развитых экономик. Отдельно, вот, если ее считать, отдельно даже от СССР. Соответственно, хорошие дороги в Белоруссии – это определенная традиция. И эта традиция – это не то, что вот нынешний правитель там строит хорошие дороги. Как раз у нынешнего правителя денег уже в последние годы на хорошие дороги не всегда хватает. И в городах, ну, в столице в меньшей степени, но в других городах вполне себе можно еще поскакать по кочкам. А особенно если вы возьмете какую-нибудь дорогу там районного значения, областного значения, не республиканского, то там можно попасть на стиральную доску вообще как нечего делать, потому что на дороге их надо не только строить, их надо еще время от времени обновлять, ремонтировать и так далее. То есть, но это тренд последних, я бы сказал, лет 5-6. Еще лет 7 назад в Беларуси все было почти идеально с дорогами. Но как традиция, хорошие дороги,
Чистые улицы, аккуратные дворики в деревнях, отсутствие выморочного, практически полное отсутствие выморочного жилья. Это все традиции, которые были заложены еще в машеровские времена. Много ходит спекуляций о смерти Машерова. Он погиб в аварии. Некоторые говорят, что эта авария была подстроена. На эту тему даже у Каневского есть один из выпусков «Следствие вели». Его можно найти в интернете, посмотреть, как раз рассказывающий про гибель Машерова и про различные версии, которые вокруг этого ходили. Потому что Машерову прочили карьеру в Москве. И одной из версий была его гибели то, что боялись, что он кого-то серьезного в Москве подстрелит. Хотя весьма все спорно, потому что Машеров – это человек, который действительно очень любил свою республику Белоруссию и отдал ей все, что только мог. Поэтому... Ну а что, там он был на тот момент член Политбюро, я так понимаю. Ну, как председатель Совета Министров Белорусской ССР, естественно. Был член Политбюро. Да, но у нас же... И много... что, его там ожидалось какое-то ему повышение? Хотели взять Москву его, что? Был такой разговор? Ходят слухи. Как говорится, история не знает сослагательного наклонения. Что там было на самом деле... Ходят слухи, но был ли такой план его, какую-то должность под него готовили? Или его под какую-то должность готовили? То есть такое остается на уровне версий, слухов и конспирологических теорий. Поэтому... Ну, то есть это просто в силу того, что он был достаточно известен, был по всей стране, вид у него такой был очень сильный. Но это вот фигура, как, я не знаю, там... Ну, я бы даже не стал сравнивать с Лужковым, но если говорить, вот взять Лужкова, там образца, скажем, после позднеельцинского периода, когда он мог реально составить конкуренцию Ельцину, и ходили шутки, что если Лужков станет президентом России, то МКАД будет строить вокруг всей страны. Да? Действительно серьезный хозяйственник, человек с поставленной речью, хороший оратор, авторитетный, фронтовик, там, лидер, участник партизанского движения. Ну, это в те времена это все было очень-очень серьезно. Ну да, это очень серьезный человек. И был достаточно молодой, может, только 62 года был. Да, да. То есть это для тех времен 70 лет возраст политика, да. Это было обыкновенно. Да. То есть он вполне еще мог в конце 90-х претендовать. То есть это был бы тогда не вот это вот чередование двух похорон и потом товарища Михаила Сергеевича Горбачева. Да, был бы вполне себе такой рационально мыслящий человек, судя по всему. Крепкий хозяйственник, что называется. Да. Возможно, при нем дела пошли бы другим путем. Возможно. Не путем вот какого-то непонятного дергания, которое было при Михаиле Сергеевиче, а в принципе требовалось просто отказаться от прежней идеологии. Да. И все, это была бы уже другая совсем империя. Ну что-то пошло не так. Могло действительно быть, но на грех мастера нет. Какой-то тракторист выехал там куда-то на дорогу, и в его автомобиль врезался. Ну, по крайней мере, это официальная версия. Я понимаю, что тут дело было на глухом достаточном месте. А он что, без кортежа ехал? Без сопровождающих машин? Он ехал с водителем. Вдвоем? С водителем, да. Там мутная была история. И я, честно говоря, особо в детали этой истории не вдавался. Я просто хотел упомянуть, поскольку мы говорим про историю Белоруссии и про роль личности
Машерова именно в истории Беларуси, то я не вдавался в детали его гибели, потому что для этого надо был специальный ролик. Именно ну, понятно, но вообще как сомнительно, как... да. Вообще обычно вот такого рода кортежи передвигаются, значит, впереди едет автомобиль полицейской машины. И даже если это везут, ну, в то время было, иностранные туристы едут, вот автобус с иностранными туристами, а впереди обязательно милицейская машина. Что мало ли что случится, да, чтобы вот предотвратить вот какое-то вот аварийное происшествие. Это, ну, уж член политбюро. И... А? Не уберегли, что называется. Не уберегли, да. Ну вот само по себе странно, да. Ну вот именно из-за этого он и врезался. Ехал-то быстро, как любитель быстрой езды, большой начальник. Да, а вот это вот как кортежи, который проедет с мигалкой, едет и всех пугает, все там встань, примите в сторону и так далее, не переезжайте. Этого не было. Так, ну что, мы с войной в Белоруссии закончили, да? Ну мы уже ушли за войну. Уже давно ушли, да? Так, ну мы что? А? Ну, про Машерова надо сказать еще, что практически в каждом городе, начиная там от многих районных центров, есть улица Машерова или проспект Машерова, как в Минске. То есть, есть там памятные таблички ему, и это весьма-весьма известная личность, память которой сохраняется и сегодня. То есть, ну, в этом... В музее Отечественной войны там специальный зал ему посвященный есть. Да. Да. Ну и самый человек из белорусов, который настоящий коренной этнический белорус, который достиг самой высокой политической карьеры во времена СССР, это, конечно же, Андрей Андреевич Громыко. Представитель СССР при ООН, министр иностранных дел и председатель Президиума Верховного Совета СССР. Хотя вот на этой должности он был всего пару лет, но это одна из самых таких успешных политических карьер, которая была. То есть человек еще со времен там знаменитой Ялтинской конференции во всем этом участвовал, потом заменил Шипилова, небезызвестного, и примкнувший к ним Шипилов. Многие помнят эту формулировку. И сделал блестящую карьеру, и он был белорусом. Как я уже говорил, он родился в белорусском селе, получил образование в Белорусской ССР. Но довольно рано он попал на должность дипломатическую в Москву и дальше по карьерной лестнице шел. То есть это как, скажем, упомяну о нем как о одном из самых известных белорусов, потому что фамилию Громыко многие знают, но не все знают, что он был белорусом. Да, это очень был большой человек. Он руководил политикой Советского Союза долгое время и вполне успешно руководил. Он, значит, мы знали его многочисленные, ну, много пресс-конференций его знали, он там говорил без бумажки. Характерно было, что он говорил очень медленно, отделяя каждое слово. И вот однажды он рассказывал что-то, вот говорил, и по разговору должен был упомянуть базу на архипелаге Диего Гарсия. Вот, это в Индийском океане. А он, видимо, забыл название. И он, значит, на ходу говорит, вот на база в Индийском океане. Тут сидят эти вот всякие там Замятин, Загладин, но подсказ Диего Гарсия, он их не слушает. Он, значит, довел до конца и все так скруглил предложение, что тут уже как раз это вот упоминание Диего Гарсия было и ни к чему. То есть вот он все так исчерпал. Он так, ну, так он медленно, внятно говорит. Да, я помню, да. И... Однажды его, значит, попросили, это был как раз разговор о, значит, размещении в Европе першингов, да, что будет, если вот вы не уберете ракеты средней и меньшей дальности, вот эти вот, которые называются, пионеры они у нас назывались, у них как ТСС-20 они себя называли, а мы называли пионер.
Это вот, так сказать, тополь, только поменьше. Вот такой евростратегические ракеты их называли. То, что тогда мы размещаем. А что же будет, значит, да. И вот, значит, представитель какой-то, по-моему, американской телекомпании просил, задал вопрос, не могли бы вы мне ответить по-английски, да, для зрителей наших. Мы знаем, что он говорит, так сказать, what question, он так вот говорит. Ну, говорит, то, что вот, что будет, если все-таки разместят. Ну, тогда, говорит, будет, так сказать, fantastical situation, это вот так он сказал. Сложится ни с чем не сравнимая ситуация, так потом переводчик перевел. Да, но по-английски это действительно смешно звучит. Ну да, ну он так сказал. Ответил, чтобы знали. Сформулировал. Да, традиция это есть со времен The Mother of Kuzma. Тоже была такая тема. Ага. Каблук по столу, да. И да, когда да. Переводчик-синхронист оказался в ситуации незнания устойчивых фразеологических оборотов, просто это перевел, и это стало притчей во языцах абсолютно. Да, 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 да. Ну, вот такие вот дела, да. Ну, надо сказать, что при нем так политика нормально все была. И то, что когда его заменили на, по-моему, Шеварднадзе, сразу следом за ним был, это была, конечно, катастрофа полнейшая. Вот эти все договоры об ограничении ракет средней и меньшей дальности, это была, ну, совершенно непроработанная тема. Да, да. Даже если вот их, ну, скажем так, нужно заключить, да, ну не такой, как вот он был. Да. То есть это совершеннейший был вот. Италия, до того он был, так сказать, постыдный и позорный, что его даже на русском языке не опубликовали в газетах. Его опубликовали только в одном источнике. Источник назывался «Вестник Министерства иностранных дел». Он вроде бы открытый, не секретный, не ДСП, но продавался только в одном киоске. Значит, киоск, значит, «Союз печати» уже за проходное Министерство иностранных дел. Вот те, кто могли там бывать, они вот там покупали его, значит, вот мы читали его только вот потому, что вот эти журналы вот был, да, вот оттуда нам его принесли. Вот, ну, так, ну, понятно, совсем был такой. Не продуман абсолютно там, детали были совершенно, ну, все по делу. Это был, конечно, великий министр иностранных дел. На своем месте он был. Ну, он сколько лет у него дипломатической карьеры? Я говорю, если он со времен, еще есть фотографии его со времен Ялтинской конференции. Он всю жизнь практически на дипломатическом поприще проработал. И вот там тоже вот в кулуарах, так сказать, Потсдамской конференции он тоже там был. Да, да, да. И, кстати, он был один из создателей Организации Объединенных Наций, да? Те, кто стоял, значит, у залива Золотой Рог, по-моему, да, в Сан-Франциско, там ведь Сан-Франциско ее организовали. Да. Да. Вот там, значит, там Золотой Рог-то, или не Золотой Рог, или я путаю. Да, Золотой Рог, наверное, Сан-Франциско. Там тоже Золотой Рог, везде Золотой Рог, и да. В Константинополе, и во Владивостоке, да, и в Сан-Франциско. Везде Золотой Рог, ну, это как Софийский собор, он тоже есть везде. Я говорю, что только времен Ярослава Мудрого есть три Софийских собора, один из которых, кстати, находится на территории Республики Беларусь в городе Полоцк. Ну да. Так, да. Это вот знаменитые деятели Белоруссии, которые... Ну, они советские деятели вообще-то. Столько деятелей Беларуси. Ну и тут как-то незаметно подкрался конец, да, советской власти. Да. Но так. Надо сказать, что там вот это действительно была очень промышленно развитая республика. Чем она отличалась? Она, значит, вот с кем я сталкивался, значит, по, значит, такой вот своей деятельности с Белоруссией, там у них была очень развита микроэлектронная промышленность. Это вот белорусская была, вот, так сказать, мулька. Да, белорусская, да. И литовская. Вот они делали всякие микросхемы необыкновенные. Это вот Беларусь и Литва. Вот это у них было, да. Ну, всегда тоже считалось качественным белорусские товары ширпотреба. Ну, тогда вообще любой товар ширпотреба, если появлялся в магазине, это бы было за счастье, да. Но белорусский вроде тоже был качественный. Да. А, были огромные самосвалы, эти самые БелАЗы. БелАЗы. В Жодино их делали, карьерные самосвалы, да. Они были, сейчас. Да, и сейчас делают. Был, значит, завод МАЗ, Минский автозавод.
большегрузные грузовики, и тракторный завод, он в Минске. Да, МТЗ, да, в Минске, Минский тракторный завод, трактор «Белорус». И они сейчас выпускаются, и тракторы, и даже мини-трактора, и мотоблоки. Есть вот сейчас дача, дачный период. Путешествовать особенно этим летом не очень возможно, если кто кто увлекается огородничеством, у кого участок там сильно побольше 6 соток, хочет засеять картошку, обратите внимание на мотоблоки Минского тракторного завода. Замечательные мотоблоки, да, Минского, можно сказать, бесплатно. Более того, Беларусь, она сейчас себя обеспечивает автобусами, троллейбусами. Даже что-то. Да, в Москве троллейбусы ходят минские, белорусские. Потом в Могилеве был, не знаю, как он сейчас есть или нет, тоже автомобильный завод, который выпускал тягачи двухкабинные, в том числе и ракетные, назывались они МОАЗ. Серьезная техника, которая могла идти там, ну, чуть ли не по тайге и крушить все на своем пути. Да. Это тоже Беларусь. И с промышленностью, ну, надо сказать, я вот сталкиваюсь с химической промышленностью периодически, в том числе и по работе. Вот могу рассказать про один завод, крупнейший лакокрасочный завод в Республике Беларусь. Находится он в городе Лида Гродненской области. Вот два одинаковых завода были построены в Ярославле и в Лиде. Они даже одинаково назывались. И к началу 2000-х от Ярославского завода не осталось практически ничего. На его месте сплошные промышленные руины и куча мелких арендаторов, куча мелких всяких производств. То есть, ну, там есть, конечно, и лакокрасочное производство, но там на базе этого, там, наверное, уже десяток разных предприятий, которые на руинах этого, на остатках этого завода. А предприятие в городе Лида, оно прекрасно существует, оно прекрасно, ну, как сказать, прекрасно. Оно, естественно, это госпредприятие, оно с государственным регулированием, но, тем не менее, оно производит лакокрасочные материалы, которые обеспечивают и белорусский рынок, и поставляются в Россию, и поставляются на Украину, и поставляются даже в Прибалтику, в Литву и в Латвию. И, в общем, предприятие это вполне себе живет. И даже конкурентоспособно. И в Лиде еще квас делают, лидский. А квас в Лиде делают на Лидском пивоваренном заводе. Это один из древнейших и старейших на территории Беларуси вместе с Минской оливарией. И там варят очень хорошее пиво, ну и помимо пива также и квас. Понятно. Да, Лидский квас знаменит, но вообще, если вы попадаете сейчас в Республику Беларусь, то там есть определенная, поддерживается, так скажем, конкуренция между предприятиями, и у вас всегда будет выбор. Вы можете попробовать квас из Лиды, вы можете попробовать квас из Минска, из Бобруйска, из Речицы и так далее. Да, мы еще когда говорили про Отечественную войну, не помянули Бобруйск. В Бобруйске был известный котел, так сказать, да, знаменитый, да. Который, значит, в чистую их окружили. Вот они попытались прорваться сквозь, значит, ограждение. Вот. Наши преподаватели военного дела как раз вот были из тех, кто, значит, вот был артиллеристом, где вот не давали прорваться они. Да, вот. Такие вот это мои воспоминания. Ну и потом в фильме «Освобождение» там тоже есть сцена. Все сжигайте, мы сюда больше не вернемся, говорит немецкий генерал, когда они пытаются прорваться. В Бобруйске старинная крепость екатерининских времен. Да? Тоже с бастионами, редутами, пороховыми погребами. В принципе, это вот тот туризм, который, ну, совершенно доступен для россиянина самым средним кошельком. Потому что в Беларусь главное доехать. Вы берете билет, если вот, ну, совсем
скромно себя чувствуете в финансовом отношении, вы берете билет до ближайшей приграничной станции, оттуда уже берете билет, заходите на сайт белорусской железной дороги, и там, там все само помещение, перемещение по Беларуси стоит абсолютно копейки. Ну, на наши деньги. И можно дешево перемещаться, можно недорого жить, есть недорогие гостиницы, есть целая развитая сеть квартиросъема для командировочных. Дело в том, что в Беларуси очень маленькие командировочные, еще меньше российских, их ни на что не хватает. И вот люди, они, кто едут в командировки, чтобы сэкономить чего-то, вот в этом плане, где что сэкономить, где что заработать, у белорусов все в порядке, вот. Они берут в складчину квартирку какую-то, снимают. Под это есть целый-целый бизнес, целые сети, которые там вот вы находите в интернете, там через Booking, не через Booking. Вообще совершенно не проблема найти квартиру там за небольшие деньги совершенно по российским меркам. И там переночевать, что-то себе приготовить и максимально удешевить себе отдых. Такой вот небольшой лайфхак. Но я думаю, что мы больше его коснемся, когда будем говорить о городах. Про города, да, про города. Лайфхак такой, да. И, кстати говоря, еще раньше под Бобруйском, там ведь, и, наверное, это во многих местах, была очень крупная советская авиабаза, да? Значит, там даже, значит... Там и сейчас летают самолеты, если в Бобруйск приходишь, приезжаешь, там постоянно слышны... авиабаза сохранилась, она поддерживается в активном состоянии, боеспособном, и там постоянно проводятся какие-то учения, даже вот и сейчас, если вы окажетесь в Бобруйске, вы услышите гул вертолетов, самолетов, да, это как примерно как в Перми у нас. Так это значит, это база-то ВВС Республики Беларусь? Да. Ну или, возможно, совместного базирования. Ну, потому что батька ведь не разрешил там совместное базирование-то. Ну, где-то что-то... А то вот здесь зеленые человечки-то там ведь... Ну, где-то есть. Кстати, их баста набегут. Где-то что-то есть. Где-то что-то есть. В ограниченный какой-то контингент, насколько я понимаю, присутствует. Да, и еще, Борис Сергеевич, мы не упомянули совершенно одну вещь, один момент, который вот вылетел из головы, это Чернобыль. Да, там Чернобыль коснулся Белорусской ССР по полной программе. Надо сказать, что ну, один из таких серьезных. Есть масса районов, которые пострадали, очень тяжело пострадали от радиоактивного загрязнения. И большая часть территории Республики Беларусь, особенно Гомельская область, часть Минской области, почти до самого Минска, было серьезное выпадение радиоактивных осадков. Там есть несколько зон отчуждения по степени этого отчуждения. Например, там есть так называемая тридцатка. Вот зоны вокруг станции, они делятся по градации. Есть десятка, 10-километровая, это где выпали самые тяжелые элементы, там изотопы урана, плутония, где на миллионы лет какая-либо хозяйственная деятельность невозможна в эту зону. Входит, например, Припять. Это 10-километровая зона, где выпали самые тяжелые элементы. Потом есть зоны серьезно загрязненные цезием и стронцием, изотопами цезия и стронция. Я не буду называть цифры этих изотопов перед физиком, чтобы просто не это, не... Не, ну назовите. По-моему, цезий 137, стронций, не помню, right. 90, не 90. Так, и? 30-километровая зона заходит на территорию Республики Беларусь, то есть зона обязательного выселения и ограничения человеческой деятельности. И есть большие зоны частичного землепользования, где может вестись в определенных местах, то есть там есть дозиметрический контроль обязательный, там пятна так называемые. То есть вот, например, вот в этом месте есть пятно, и здесь деревня выселена, а здесь этого пятна нету, и здесь можно что-то выращивать, пасти скот,
Но скот должен получать обязательные в комбикорм добавки типа ферроцин. И, соответственно, это добавка, которая, насколько я понимаю, связывает радионуклиды. И обязательно дозиметрический контроль, в общем, всей хозяйственной деятельности. Все вот эти вот зоны с ограниченным землепользованием и зона, которая подлежит обязательно выселению, на территории Беларуси был образован еще в советские времена такой природный объект, как БГРЭС. Это Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, где работают ученые, биологи, орнитологи, специалисты по радиационному воздействию. Там водятся зубры, разные зверьё, как и в Беловежской пуще. И с одной стороны, с другой стороны, до 2018 года в ГРЭС была абсолютно запрещена, был запрещен доступ туристов, частных лиц. Сейчас, с 2018 года, можно туда приехать туристам и посетить белорусскую зону отчуждения. По рассказам, она намного более интересная, чем украинская, потому что украинская вся разграблена, растащена, там ходят сталкеры как к себе домой, там рисуют граффити на домах, мародерствуют в остатках жилья и прочее. А белорусская часть зоны отчуждения, то есть если говорить, то это, ну, естественно, это ближе туда, к Украине, от Днепра, то есть там есть такой участок, где белорусско-украинская граница проходит по Днепру. И как раз вот с одной стороны Днепра будет город Славутич, и там есть железнодорожный мост, по которому идет ветка. Ветка как раз туда, на Семиходы, на Припять, на Чернобыльскую атомную станцию. И там есть... То есть эта ветка обслуживается украинской железной дорогой, Укрзалезницей. Но действует на территории Белоруссии, соответственно, вот эти атомные электрички, их называют в народе атомки, они проходят без остановки на территории Республики Беларусь, они просто проскакивают какой-то кусочек, потом возвращаются, переезжают границу, возвращаются опять-таки в Украину. Они идут из Славутича. Славутич – это город, который был построен для ликвидаторов, для персонала Чернобыльской атомной станции, которая действовала, насколько я помню, до 2000 года, как производитель электроэнергии. Я сейчас тоже хочу рассказать вам малопопулярную информацию. Да. Дело в том, что когда это все случилось, ну, естественно, тут полетели облака, осадки. Часть из них, конечно, выпадала и на территорию РСФСР, понятное дело. Но там вот она, там трагедия этого, значит, вот стыка Украины и Беларуси. Естественно, со всех местных вот этих органов, которые, ну, как это назвать-то, я бы сказал так, органы гражданской обороны, но те, которые занимались вот с радиационным санитарным контролем, все, какое у них было оборудование, все было туда извлечено, туда все отправлено. А здесь вот у нас, ну да, есть радиоактивный след, да, но вот нет аппаратуры, которая бы нам позволила бы выяснить. Дело в том, что вот, скажем, плутоний выпадает, да, а он ведь альфа-активный изотоп. То есть если он ведь просачивается через поверхностный слой, его уже не поймаешь, да? Детектором не зафиксируешь. Нужны какие-то специфические аппаратуры для этих исследований. Она вся уже туда отправлена. Так вот, в принципе говоря, есть такое мнение, что вот эти вот районы сильного заражения, сравнимого с тем, о котором вы рассказывали, они, в общем-то, и в Российской Федерации весьма даже много. Они есть и в Рязанской области, да, прямо там был радиационный след. Например, станция Узловая такая есть. Станция Узловая – это... Да, она известна тем, что... Это 40 километров от Тулы. Да,
она известна тем, что там, значит, есть фабрика, которая шьет такие тапочки для радиомонтажников, раньше они были, вот, ну или там для медперсонала, вот, и она, в принципе, должна была попасть в зону отселения, но она не попала, потому что, ну как, ну станция узловая, ну куда, как ее, что, дорогу что перекладывать, вот, так что на это вот посмотрели вот сквозь пальцы, тем более, что аппаратуры-то не было, чтобы сказать, что все у нас совсем плохо. Ну, не совсем у нас плохо. Бывало и хуже. Так что, на самом деле, вот это вот у страха глаза велики. Но оказалось, что результаты Чернобыльской аварии, они, как ни странно, показали. Ну, видите, туда таскаются люди, сталкеры и все прочее. Животные живут. Да, да, но более того... куда-то таинственным образом за время независимой существования независимой Украины пропала вся техника с кладбищ. Ну, естественно, бизнес, ничего личного. Все залит металлолом, хотя там поля, будь здоров, это техника многое, которая да, работает, особенно да. Вокруг станции, там ее же невозможно было ни отмыть, ни очистить, почему ее бросили там. В рассой... ее там бросали, да. Например, в стране, которая называется Турция, у них закупили крупную партию турецкого чая. Он у нас продавался под брендом «Камелия». И, значит, там была такая реклама. Такой, значит, живописный турок пьет чай. Какой он чай замечательный. А этот чай закупили, чтобы скандала не было. Там как раз выпали, значит, наши осадки. Тот самый цезий там выпал. И, в общем-то, рекомендовали его заваривать так. Залить кипятком. Дать немножко постоять, слить и потом снова заваривать. Ну, то есть эту камелию продавали, ну, вдобавок к этим, к чаю со слоном, короче говоря, да? Вот индийский чай и пакет такой камелии большой. Куда деваться? Как это называлось? А? В нагрузку, как это называлось? В наборе. В наборе, понятно. Да, и, соответственно, коль скоро, да, есть такой факт, что поднимался вопрос об эвакуации Гомеля. Гомель – это город уже на то время был миллионник. Гомель – это второй крупный город после Минска по населению сегодня в Беларуси. Такой вопрос поднимался, но так как девать миллионник было некуда, точно так же, как и некуда было девать трехмиллионный Киев, соответственно, Гомель там остался. Но а самое сильное загрязнение, оно пошло, вот если от Гомеля смотреть, это туда в сторону Украины, вот по направлению к Речице и Мозырю. Это уже, в общем, ну все, что за Гомелем, там уже надо, в общем, быть серьезно относиться ко всему и к выращиванию чего-либо на огороде, покупке чего-либо на рынке, там, к собиранию грибов. Такой момент есть. И сама зона, она начинается вот по линии Брагин-Хойники-Наровля. Там уже в Хойниках, по-моему, и находится музей этого Припятского, Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. И с 2018 года туда можно приехать на экскурсию. То есть, соответственно, если выбрать не жаркую, не пыльную погоду, если соблюдать все требования безопасности, можно и побродить по заброшенным деревням, и повидать зубров. Но надо пройти определенные согласования, потому что помимо того, что это... заповедник, закрытая радиационная зона, она еще является погранзоной. В Белоруссии достаточно строгое отношение, там осталось вот это вот наследие определенное. У нас они тоже есть, эти погранзоны. То есть, например, если вы хотите поехать куда-нибудь, например, в район Выборга или Ивангорода, там есть места, где... будут спрашивать документы, где вы не можете сказать, что вы паспорт дома забыли. А если вы иностранный гражданин, вам может потребоваться специальный пропуск, который вы еще месяц будете делать в погранслужбе. А в Белоруссии тоже стали появляться госуслуги. Там можно, если ты едешь как турист, ты можешь подать все документы совершенно бесплатно, как гражданин России. В отличие от других иностранцев, гражданам России этот пропуск оформляют бесплатно. Но если вы окажетесь в погранзоне, например, даже в районе Августовского канала, про который мы говорили в одном из прошлых роликов, с паспортом, даже загранпаспортом, но без пропуска,
вас могут остановить, позадавать там всякие интересные вопросы, там, спросить, где вы живете, позвонить тем людям, у которых вы остановились, если вы, например, снимаете квартиру или там живете в гостинице, там, попросить там пройти собеседование с компетентным человеком. Компетентный человек в Беларуси называется идеолог. То есть, если... А как идеолог? Идеолог, да, это такой эвфемизм для сотрудника КГБ. Ну, в общем, там строго к этому подходят. Но есть фирмы, которые организуют эти экскурсии под ключ. Соответственно, там дают, вы даете заявку, смотрите, даете заявку, вам обозначают пропуск и делают все под ключ. И, соответственно, можно получить пропуск, приехать в Гомель, в Гомеле заодно посмотреть там дворец Паскевича, погулять по городу и по берегам речки Сож, притока Днепра, и потом уже отправиться в Хойники и в путешествие. Есть, там есть несколько маршрутов туристических разработаны. В общем, такой вот тоже малоизвестный факт. Да. То есть даже в общем, такую трагедию, как в какой-то момент было решено пойти по украинскому пути и сделать из этого туристический объект с привлечением туристов, иностранных туристов, и немножко на этом заработать. А вот эта погранзона-то рядом с границей Польши, да, белорусско-польская граница? Она есть под всеми границами, кроме российской. Да, даже на границе Беларуси и Украины там погранзона? Да, на границе Беларуси и Украины там есть, это не единственная точка вообще. Беларусь, в принципе, на юге достаточно много где граничит с Украиной. Это и Гомельская область, это и Брестская область. И, соответственно, если вы подъезжаете в какой-то район или в какую-то местность, которая ближе, чем 20-30 километров от границы, за исключением крупных городов, ну, например, то вам надо осведомиться, не является ли это погранзона. Там есть два понятия. Есть погранзона и есть погранполоса. Вот в погранзону, если ты белорус или резидент Беларуси, например, ты живешь, работаешь, у тебя есть вид на жительство или там разрешение на работу, разрешение на пребывание, в погранзону ты можешь войти, а погранполоса, там все очень строго, там и белорусам нужны пропуска. А их просто так не дадут. То есть туристам не дадут там, энтузиастам каким-нибудь там праздно шатающимся не дадут. Там может быть сделано исключение, например, если там есть какой-то пансионат. Например, в Витебской области есть такие Браславские озера, которые недалеко от границы с Латвией находятся. Беларусь еще и немножко с Латвией граничит. Там один или два погранперехода всего. Конечно, она несравнима с границей с Литвой. Но с Латвией тоже есть небольшая граница, как раз недалеко от Полоцка. Вот если ты в этом пансионате поселился, получил, там забронировал себе номер, получил путевку, то с такой путевкой тебя там и с паспортом там все пропустят. Но без паспорта из пансионата не выходи, иначе реально штраф получишь, прокатишься чаек попить на погранзаставу и так далее. То есть там все строго, там все строго, по-советски, и могут создать проблемы. Надо же как. Да. Единственное, где с Россией нету, вот вдоль границы с Россией, погранзоны с белорусской стороны нету. Есть теоретически погранзона с нашей стороны, но она существует только на бумаге. То есть там могут спросить документы, причем вовсе не обязательно пограничники, пограничников там крайне мало. Могут сотрудники правоохранительных органов спросить документы, но внимание обращают только на граждан третьих стран, потому что по договору о союзном государстве, который с 97 года у нас существует, они не могут спрашивать эти документы с россиян и белорусов, потому что и россияне, и белорусы, я имею в виду граждане России, и граждане Республики Беларусь являются одновременно гражданами союзного государства, и они уравнены в правах. То есть есть такой момент. То есть перемещаться можем свободно через эти границы.
Ну, я вам расскажу самый страшный секрет, что эта граница, она существует только на бумаге. Никакой демаркационной линии нет, никаких толком погранпереходов нет. Есть, по-моему, один погранпереход, который считается международным, и он называется «Три сестры». Это точка под Гомелем, где сходятся границы трех стран. Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. И там есть стела «Три сестры». И вплоть до того, что если кто-то хочет из Беларуси заехать, видеть, что он иностранец, он говорит, вы знаете, причем, ну, белорусы его не тронут, тронут, скорее всего, наша полиция, да, там тот же этот ГИБДД, который на въезде пост, скажет, нет, вам здесь нельзя, вот выезжайте на «Три сестры», и там пройдете и получите, в общем, штамп, что вы въехали в Россию, выехали из Беларуси, въехали в Россию. А вот здесь нельзя, только через международ. Может, что-то еще, кроме трех сестер, такое есть, но я вот про «Три сестры» знаю. Понятно. Ну что, мы таким образом дошли до конца Беларуси? Ну, мы дошли до начала... года, Белорусской ССР, вернее, простите. Да, да, мы дошли до конца Белоруссии. Белорусской ССР. Да, и потому что... жители Республики Беларусь очень часто обижаются, когда их страну называют Белоруссией. Хотя это, в общем, историческое название, но им это очень сложно доказать. Точно так же, как и жители Украины очень сильно обижаются, если им говорят вместо «на Украину», там «в Украину», да. Для них это такое... Они вместо «в Украину» «на Украину». Да, там они так... говорят «в Украине». Да, да, в Украине, а не на Украине, там едешь, там. Есть такой вот определенный, ну, скажем, я не знаю, фетиш, не фетиш. Но это не так много с нас требует. Я думаю, что проще... Да, с этим, говорить Беларусь, конечно, Беларусь. Проще с этим согласиться и не создавать, как говорится, конфликтных ситуаций на ровном месте. Тем более, что разница абсолютно невелика. Но страна действительно официально называется Республика Беларусь. Да. И, в общем... Она и на русском языке так называется, если мы заглянем в справочник. Абсолютно так же называется. Поэтому, чтобы быть абсолютно, да, политкорректным, это проще, как сказать, это негласное требование соблюсти, да. А вот как прилагательно, белорусский, да, или как? Белорусский так и будет, если по-русски. Но белорусский язык, я говорю, это определенное... Не прилагательное, белорусский, прилагательное. Белорусский. Белорусский. Ну, белорусский, да, это такой определенный... Белорусский. Да. Нет, там же пишется Беларусь. Да, но все равно есть правила русского языка. Белорусский. Белорусский язык. Нет, там вот если белорусский паспорт, это как, белорусский или белорусский? Белорусский он будет по-белорусски, а по-русски он будет... Белорусский паспорт. Белорусский паспорт, да. Паспорт гражданина Республики Беларусь, синий паспорт. Это так, да. Он синего цвета, а еще у них нет загранпаспортов. У них один паспорт на все про все и выдается на 10 лет. И не всем это нравится. То есть у них нет внутреннего паспорта, у них один. У них нет какой-то там идентификационной карточки, как в Европе, например. В Европе там есть паспорт. Паспорт – это только для поездок за границу. А для нахождения на территории своей страны, для нахождения на территории Евросоюза, там есть идентификационная карточка. Да? Или, например, в Германии эта карточка называется Ausweis, ничего личного. Она так и называется. Да. Во Франции она называется Carte d'identité. Идентификационная карта, да. Но в Беларуси уникальная ситуация в том плане, что там есть один документ, и он и для внутреннего удостоверения личности, и для выезда за рубеж. А наш загранпаспорт там называется документ для выезда за рубеж. Когда хочешь там заполнить анкету на получение, например, пропуска в погранзону, то там он называется не заграничный паспорт, а документ для выезда за рубеж. А у них, значит, если ты... То есть у них невозможно быть невыездным, получается, в Беларуси? Там есть как преимущество, так и недостатки. Преимущество это да, в том плане, что ты не можешь быть невыездным, хотя
там могут тебя занести в определенные списки, и тебя просто не выпустят. Да, так же, как и у нас, да, в принципе. Да, и... Должники есть... всякие там, мы их должны заворачивать в аэропорту. Да, но есть определенная хитрость. Если ты должник в РФ, то ты можешь поехать в Республику Беларусь, даже полететь туда самолетом, потому что не имеют права пробивать по базам. Опять. Ну, туда мы летим по общегражданскому паспорту. Да. Без разницы. Можете по загран. Они просто посмотрят, что паспорт красный, что паспорт Российской Федерации, что вы гражданин Российской Федерации, что вы это вы, а не кто-то там другой с вашим паспортом летит. И все, по спискам вас никаких не пробивают. А дальше вы оттуда едете или летите куда хотите, потому что белорусам абсолютно плевать. Должник вы в РФ, не должник, выездной, не выездной. И я думаю, что также эта схема действует в обратном направлении. Так что пользуйтесь, пока граница существует. Пока батька у власти, пока батька виртуально, у власти. Да, пока не ввели настоящую погранзону с проверками всех и вся. Пока не демаркирована, в общем, сама эта полоса. Единственное, что сделали, действительно, было определенное ужесточение, скажем, года 17-го, когда был разрешен въезд безвизовый иностранцам в Беларусь. То есть, если вы иностранец многих стран, Европа, Америка, там еще несколько стран, не Европа, не Америка, вы можете прилететь с туристической, там, деловой целью, вам не нужна виза, но если вы прилетаете в Минск самолетом и самолетом из Минска улетаете, то вы можете хоть месяц находиться на территории Республики Беларусь без визы. Раньше это было невозможно. Раньше можно было получить в Минском аэропорту визу, прям там купить за бешеные деньги. Это как крайний вариант. А так вообще белорусскую визу получить сложнее иностранцу, чем российскую, в принципе. Что деловую, что туристическую. Ну, там ну, они более тщательные в плане там всяких проверок. Но там... тут вообще без визы можно, прилетаешь. Теперь можно прилететь без визы. Садишься на автобус или на поезд и едешь в Москву. А вот там. А почему? А потому что автобус, чтобы сесть на автобус или на поезд, который едет на Москву, вы без паспорта не купите на такой автобус или поезд билет, в принципе. А загранпаспортов не продадут? А там посмотрят, что вы, например, гражданин Грузии, который безвизовый в Беларусь, но визовый в Россию до сих пор, после истории 2008 года. Россияне уже в Грузию безвизовые, а граждане Грузии до сих пор визовые. Да. И вы скажете, а вы гражданин Грузии, вам нужна виза для этого, и мы вам билет не продадим. Ну ладно, значит, мы эту тему закончили, да? Да. Можно попрощаться временно со зрителями, то есть сказать им большое спасибо. Не забудьте нас лайкнуть, подписаться, задать вопросы, прокомментировать, если с чем не согласны, напишите. Да, да. Вот, и что еще? Ну, у меня там внизу есть мои реквизиты, если уж, то помогите уж, если сможете. Да, поддержите, Борис Сергеевич. Да, поддержите участием, да. А записи останавливаю.